Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Жара, мы надеваем бюстгальтер, вот я, честно признаюсь, не носила, натирает, да, потому что и косточки натирает, и впивается все, и если надеваешь какое-то платье, видны вот эти вот валики. Колбасные эффекты. Да, маленькие валики. Поэтому решение, особенно, например, в летом, когда мы хотим чувствовать себя комфортно и удобно, это бюстгальтер топ, который у нас собран внутри, есть определенная, да, внутри такая поддержка, и сверху очень красивое нежное кружево. Посмотри, это практически топ, и он корректирует, заменяет обычный бюстгальтер, дает поддержку зоне груди, разгружает плечи, потому что здесь широкая резинка. Внизу у нас, опять же, поддержка под грудью. И благодаря своей комплекции он подходит на любую грудь. О, это прекрасно. Обратите внимание, что сегодня по одной цене вы приобретаете сразу два бюстгальтера. У нас есть две штуки в комплекте, черный и белый, и брусничный, и бежевый. Выбирайте сразу два комплекта, чтобы под каждую одежду у вас уже был бюстгальтер своего оттенка, потому что носить такой бюстгальтер одно удовольствие. Сразу хочу про размеры спросить, потому что мы однажды пришли с мужем в магазин выбирать мне белье, а он говорит: а какой у тебя размер? А я говорю: а я не знаю. Мы выбираем бюстгальтер по размеру. Так. У нас двойные размеры, по размеру под грудью. Угу. При этом у нас в чашечках есть еще дополнение. То есть наполнение объема чашки, который мы можем, например, подстроить. Мы можем вытащить вот эту вот чашечку и уже сделать более легкой, да, вот этот вот вариант. Смотри, у нас здесь сбоку есть вот эта вот чашечка. То есть, подожди, Света, я немножечко уточню. Угу. То есть мы выбираем размер по своей одежде. По своему размеру, да. Но внутри у нас есть, посмотри, такая подстраивающийся элемент. Угу. Вот здесь вот. И мы уже можем эту чашечку отсюда вытащить. Да, если мы хотим добавить больше свободы груди. Слушай, да? Она мягонькая, она такая, да? Она очень мягкая, и, конечно, она делает нам пушап. Пушап. То есть мы выбираем бюстгальтер Амелии еще и с эффектом пушапа. Ну и, конечно, наши анатомические особенности будут закрыты, потому что иногда такие тонкие бюстгальтеры, что через одежду все просвечивает. Здесь такого нет. Здесь у нас защита и уверенность в себе. При этом, Лен, смотри, мы решаем сразу несколько проблем. У нас есть вариант и поддержки груди, и также мы его можем использовать как топ. Да, как топ. Например, миксовать с брючками, с юбочкой, либо, например, с нашими капри. Посмотри на Татьяне, как красиво смотрится этот бюстгальтер. Он практически выполняет функцию топа. Давай разберемся прямо по деталям. Так. У нас широкие лямки. Широкая лямка позволяет удобно и комфортно сидеть на плече. Она разгружает нагрузку с плеча. Часто, когда тонкие лямочки, они впиваются, давят нам на плечо. Здесь мы защищены. Сбоку у нас широкая мягкая лента, которая, опять же, подстраивается под нашу грудь и позволяют вместе, да, вот таком, где-то около подмышки тоже чувствовать себя достаточно комфортно. Но и внизу у нас есть широкая лента, которая поддерживает нашу грудь и прикрывает все особенности, которые могут, например, из-под косточки у нас на теле быть видны. Здесь все прикрыто, все подтянуто. И это еще не все. У нас есть красивое кружево. Кружево не просто как декор этого бюста, это еще и поддержка. Посмотри, он у нас дополнительно поддерживает нашу грудь. И объем этого рисунка может также послужить дополнительным пушапом. Ох, красота, внешне. Да? Но и со спинки мы сейчас попросим Татьяну повернуться. Давай посмотрим. Никаких лишних застежек, ничего не передавливает, все очень мягко, комфортно. По сравнению с обычным бюстгальтером, это настоящее спасение для лета. Вот посмотри, как обычный бюстгальтер мы носим, да, он впивается нам в грудь. Но наш бюстгальтер топ, он поддерживает грудь широкой лентой. Здесь мы с тобой видим, как и по бокам неудобно с тонкими косточками. Наш же бюстгальтер поднимает и закрывает грудь сбоку. И это еще не все. С
со спины, как у нас бывает, бюстгальтер впивается и выдает наши секретные валики. Здесь все скрыто, все да. приятно и комфортно. Но самое главное, ни одной застежки. Самое главное, безупречный комфорт и ваше здоровье. Если мы носим неправильные бюстгальтеры, это со временем отражается на нашем здоровье. Нам приходится идти к врачу, и у нас появляются проблемы. Но если мы выбираем бюстгальтер, который заботится о нас, то, конечно, мы с вами веселы и счастливы. Два бюстгальтера вы получаете сразу в одном комплекте. Не забудьте сказать кодовое слово «Май», чтобы выиграть ценные призы от нашего телеканала. С таким бюстгальтером очень приятно путешествовать. Мы всегда уверены в том, что мы защищены. И красиво, комфортно, и главное, сохраняем свое здоровье. Давай посмотрим еще раз на это потрясающее, на эту потрясающую поддержку. Да, что мы видим? Мы видим широкие лямки так. у нашего бюстгальтера. А значит, они не впиваются. Поддерживают нашу грудь на плечах. Очень удобно. Mm-hmm. Знаешь, бывает, когда тонкая лямочка, грудь спускается. Mm-hmm. Здесь этого не случится. Второе. У нас поддержка снизу. Широкая лента без косточек, которая позволяет опять также поддержать грудь снизу. Она мягкая и комфортная. Посмотри, я ее растягиваю, и как она мягко возвращается обратно. Не натягивает. У меня на пальцах не остается никаких заломов. И, конечно же, красивое кружево. Ну, слушай, ну я решила провести эксперимент, посмотреть, как ли со всех сторон тянется податливая ткань, но при этом, посмотрите, возвращается в свою форму, растягивается и возвращается, а значит, будет подстраиваться именно под вас. Дозвонитесь прямо сейчас и оформите свой заказ. Будьте всегда здоровы, веселы и счастливы. Лен, посмотри, как наша Татьяна прекрасно выглядит. Она использует этот бюстгальтер как топ под пиджак. То есть мы возвращаемся с отпуска, мы этот топ можем носить еще круглый год. Мы должны его носить, потому что он заботится о нашем однозначно, здоровье. Однозначно. Да. Здоровье, здоровая грудь, здоровые плечи, прямая осанка. И никаких колбасных эффектов. И всегда идеальная фигура. Ну, конечно, это значит счастливая мамочка, и счастливая бабушка и счастливая дочка. Дозвонитесь, дарите здоровье, заботьтесь друг о друге. Звонки бесплатные с любой точки России.